Чеканный строевой шаг, красивая форма, девчонки и мальчишки, поющие командную песню. В Рыбнице в рамках республиканской акции «Времен связующая нить» стартовал второй тур спортивно-юношеского фестиваля «Юный патриот Приднестровья». В восьмой раз команды школ города и района встретились, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Программа фестиваля состоит из следующих этапов. Это смотр строя, конкурс сравнения на знамена, игра на местности «Боевой рубеж», которая включает в себя КП номер один – это топография, КП номер два – полная разборка и сборка автомата, КП номер три – это метание гранаты, КП номер четыре – это мастер-класс, КП номер пять – краеведение. И следующие соревнования – это соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, творческий конкурс, где ребята покажут свои творческие способности в патриотическом воспитании, и заключится фестиваль торжественным награждением и поощрением победителей данного фестиваля. Цель данного фестиваля – это воспитание гражданских чувств, воспитание патриотизма, воспитание любви к родине и дань памяти ветеранам. За каждым классом есть ветеран, за которым они как бы ухаживают, за которым они приглядывают. Ну, стараются навещать его как можно чаще. Допустим, в нашей школе это мы стараемся делать хотя бы два раза в месяц. И то мы считаем, что это мало, самая малая часть, которую мы можем сделать, поскольку они защищали нас. С каждым годом в фестивале «Юный патриот Приднестровья» принимают участие все больше команд. И если в прошлом году их было 17, то в этом году участвовало 22 команды. Ребята полны сил и соревновательного духа.